зачем они извращаться? Я к вам в постель не лезу. Им Конституция разрешает нет. выступать. Нет. Разрешает. Да. Кто сказал они нет? Сегодня нет геям, завтра нет евреям, после нет кавказцам, потом нет еще кому. Вы это знаете лучше меня, я лучше вас. Мы сейчас идем в центре парада ЛГБТ. Это третье направление по подаче на убежище. Оно очень распространено, оно очень выигрышно. И ребята, они позитивные, радостные. Когда их права защищены, когда их вытесняют, и они хотят убежать, у них единственный только выход – спасаться бегством. И мы в этом помогаем. Какие красивые все. Ребят, мы оказались на параде ЛГБТ. Почему это так связано с нашей работой? Ну, потому что это можно и нужно использовать для кейса, если у вас возникли